Это очень важно осознать природу, потому что мы часто не можем выпрыгнуть из предыдущего тела. То есть женщина, допустим, вот, ну, вот вспомните, много девочек, как мальчики себя ведут, дерутся со всеми там. Потом раз, смотришь, она уже стала женственной. Она начала осознавать, что она в женское тело попала. Лет 8. А некоторые 30 лет прожили, не осознают. Или 40. Ну и, соответственно, результат же, он будет внешне тоже сказываться. Но чтобы осознать себя, то есть в каком ты теле находишься, нужно тоже внутрь себя заглянуть. Нужна молитва. Мужчина в мужском теле означает ответственность. Часто мужчины такие ходят, ну что ты, давай, ты же в мужское тело попал, осознавай. Иначе как бы нет смысла жить дальше в этом мужском теле. Никто тебя не примет вот таким в мужском теле. Или девушка как-то, тоже не способ жить в женском теле. Молитва, она, человек трезвеет. Он входит в отношения с реальностью в результате молитвы. Понимает, как ему действовать в этом мире. А насчет как бы обещаний, период хороший идет астрологически, замуж можно выскочить в любой момент, все нормально, проблем нет с этим, просто надо немножко... Как в песне Климанов Ярослав, ты мне нужен, сам поверь в свою судьбу. Господь поверь.